У Стива Возняка украли все биткоины, которые остались у него на счету. Ранее сооснователь корпорации Apple сравнивал биткоин с золотом, а после значительных скачков курса криптовалют продал все криптосбережения за исключением 7 биткоинов, которые впоследствии были украдены. «Кто-то купил их у меня при помощи кредитной карты, а затем отменил по ней платеж. Это так просто», — говорит Стив Возняк, «и это было сделано при помощи номера украденной кредитной карты, так что вернуть средства назад невозможно». Как утверждает сам Возняк, он никогда не рассматривал криптовалюту в качестве выгодной инвестиции, а покупал токены только из любопытства.